На площі Леніна у Гомелі почали зборку металічного каркаса головної ёлки в області. Його узведуть у ближайші два тидні. Затим почнеться упригожування цацками і світлової ілюмінації. Літось на ёлці запалили більше як 5500 енергозберігальних світлодиодних лямпочек. Сьогодні по традиції їх доповнять і нові елементи упригожування. Правда, усіх секретів Гомельська ЖКГ не розкриває. Відомо, що площу Леніна оформлять у комплексі. З'явиться резиденція Деда Мороза, світлові архітектурні форми, зорне небо, город майстру і гандлёвые рады. Тим часом почався монтаж ёлки і каля обласної бібліотеки. Увогуле рыхтавацца до свята почали усі районы Гомеля. Іх старанні оцініць спеціальная комісія і абяры лепшы. У мінулым годзе пераможцам быў Савецкі район. При новогоднім работам мы приступаем с начала декабря, уже готовимся. Сейчас запланирована у нас уже работа на этой неделе по установке елки на Владимирова. Делается каркас, каркасного типа она, и украшается лапками ели, вешается украшение. До 15 декабря запланировано включение. Лепшим сярод гандлёвых аб'ектаў летась быў прызнаны магазін аптова-рознічнага прадпрыемства «Дыялог Гомель» на праспекце Перамогі. Сярод пераможцаў ён амаль штогод і на сёння ўжо гатовы да свята. Дарэчы, гандлёвыя аб'екты Гомеля яшчэ ў пачатку лістапада выставілі на продаж штучныя ёлкі, упрыгожванні і сувенірную прадукцыю. Некаторыя магазіны плануюць знізіць цэны як мінімум на 40%. Асобныя прапановы прадугледжаны для шматдзетных сямей. Мамы, інваліды, воспитывающие несовершеннолетних дзяцей, то есть это тоже приравнивается. Ну, мы стараемся удовлетворить каждого покупателя. Подготовили шикарный ассортимент, так как год красного петуха. Елочные игрушки, да, присматриваются, потому что все мы знаем такое поверье, что нужно каждый год хоть один новый шарик, но добавить нашей елочки. Весь ноябрь мы торгуем. Новогоднее оформление объекта у гандлю и громадского харчевания завершится до 1 снежня, а прикладно с 20-го почнут работу елочные кермаши. Полностью до встречи Нового года Гомель будет готовы до 25 снежня. У этот день планируют запалить огни на магистральных улицах и на всех елках областного центра. Переможца у конкурсу на лепшее святочное оформление вызначить до 15 студеня. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, Телерадо, компания Гомель.